Привет! В этом выпуске вы увидите, как мы подошли к Тристан-да-Кунья. Это самый отдаленный остров в мире. Но единственная якорная стоянка была недоступна из-за сильных волн. И мы на удачу пошли вокруг острова. Удастся ли нам спрятаться от волн и ветра? Или же мы снова выйдем в открытый океан? Смотрите, прямо сейчас! После месяца штормов и самого сильного шторма, который мы испытали в океане, до 11 баллов, на переходе от Магелланова пролива до Кейптауна, мы подходили к острову Тристан-да-Кунья с северо-западным ветром. Но единственный город, Эдинбург Семи морей, который на этом острове есть, он находится тоже на северо-западном берегу, и получалось так, что нам там высадиться не удастся. Мы решили не рисковать, не вставать там на якорь, потому что это было опасно, и двигаться дальше на Кейптаун. Но все-таки была такая призрачная надежда на то, что получится с другой стороны острова обойти и там хотя бы просто отремонтироваться, встав в ветровой тени. И мы пошли туда. Харбор мастер говорит, кто здесь? Just over. Я единственное, что поняла. К 1506 году Колумб уже сходил в Карибское море, а Васко да Гама обнаружил проход вокруг мыса Доброй Надежды. Остается лишь гадать, в какую сторону изначально направлялся несчастный португалец Тристан-да-Кунья, потому как оказался он в открытом океане за 1500 миль от юга Африки. Там, на столь любимой Жюлем Верном и нами 37-й параллели, Тристан-да-Кунья обнаружил группу островов в 2816 километрах от юга Африки. Кораблям удалось не наскочить на три вулканических островка, одиноко торчащих посреди Южной Атлантики, и даже вернуться с этим известием на родину. Проблема в том, что на современных картах глубины вокруг этого острова не размечены. Единственная глубина, которая видна на наших картах, это 200 метров. Мы решили подойти поближе к острову, там, к скалам, просто уже методом научного тыка подойти и посмотреть, сможем ли мы встать на якорь. Более 100 лет после Тристана-да-Кунья в это забытое богом место никого не заносило. Из-за сильных бурь, отдаленные от любой суши места, пользовались дурной славой. Впрочем, как и сейчас. В 1697 году к архипелагу пристали голландцы. Они же первые определили его более-менее точные координаты. И весь следующий век необитаемым Тристаном-да-Кунья живо интересовались французы. Ну как живо? Раз в 30 лет кто-нибудь сюда высаживался по нужде или из любопытства. И только в 1811 году американцу Джонатану Ламберту пришло в голову колонизировать ничейный край света. Вместе с двумя товарищами, старым итальянцем и португальским мулатом, они принялись возделывать мини-рай в ревущих сороковых. С восточной стороны острова была так называемая ветровая тень. И вот мы сначала прошли поисследовать до границы ветровой тени в одну сторону, потом вернулись в другую. То есть остров, вот он лежит в океане, с этой стороны дует ветер. И за островом образуется такой треугольничек, куда ветер не попадает. Вот, и мы поисследовали границы вот эти и встали где-то посередине. А тут треугольничек на самом деле был всего, наверное, с полмили шириной. Вот, и, собственно, вот мы где-то там посередине, у нас получилось заякориться. Пока ветер опять не начал меняться, тогда уже пришлось оттуда убегать. Джонатан Ламберт назвал свои владения островами «рефрешмент», то есть отдыха или буквально освежения. И вроде даже провозгласил себя императором. Прознав об этом, английский губернатор мыса Доброй Надежды, лорд Чарльз Сомерсет, очень расстроился и пошел к колонистам на переговоры. «Так, сыры, — говорит губернатор колонистам, — а чего вы тут посреди океана одни, как дураки, будете? Обидеть всякий может. Давайте мы вместе со старушкой Англии будем вас защищать». Колонисты обрадовались и подняли над островами Тристан-да-Кунья британский флаг. И стали поживать лучше прежнего. Вот только Джонатан нечаянно утонул. Вода, видимо, есть. Коровы же пьют что-то. Нет, ну они же в водопад-то не полезут. Здесь где-то есть доступная вода. Водопад же. Куда-то девается через ручейки.
стоит тут домик в лесу прямо. Наверное, мы подумали, что это может быть пастухи какие-то там живут. Ну, короче, там вот на берегу было стадо коров. Наверное, кто-нибудь, может, сюда приезжает или кто-нибудь, или их постоянно содержит, в общем. И еще, раз тут коровы, значит, тут где-то должна быть вода, то есть в доступности. Вряд ли они полезут в водопады купаться. Горные коровы. Да. Наверное, там что-то есть. Ну, я реально не знаю, что сказать. Прям от красивости слова куда-то убежали. Тут, конечно, вообще совершенно другая сторона острова. Мы смотрели какие-то там видео с YouTube, только там, где с той стороны, где деревня. По-моему, нет нигде вообще в интернете вот этих фотографий. Вообще просто оазис какой-то. Совсем по-другому. Зато здесь водопады. Рай. Зато здесь рай для животных. Здесь максимум живут 3 человека. Минимум никто не живет. И здесь для них рай. Это хорошо, потому что ведь где люди обитают, там обычно бывает не так красиво, как там, где нет людей. Во-первых, некоторые люди мусорят, во-вторых, ну деревня там, а не природа. И людей много. А здесь одна постройка, и, может быть, в ней даже не живут. Я думаю, это хорошо очень. Здесь, кстати, альбатросы яйца высиживают. Я хочу с Настей играть. Так идите на якорь с Настей. Какая глубина? 3-2. Где видно? Где? Ничего не вижу. Да, прибой есть. Там поверхность, она загибается там. О май год. Вон, Лада, видишь, как загибается? Что-то мне тут не кажется, не будет весело. Прибой большой. Да. Не надо рисковать. Наверху. Угу. Хотя высадиться охотится. Да, вот долина садится. Вам не понравится потом эти видео, которые трясутся. Мои, если нравятся твои, то уже подавно понравится. Все, пошел дядя. Ощущение. Прекрасно. Лучше не бывает. По-моему, надо... Очень хочется высадиться. Что-то другое не оставляет.
Отсюда, кажется, маленький, а мы подошли. Слышно, наверное, ничего. А подошли поближе, там прибой вот такой. Смешная, господи, вообще не могу. Пожалуйста, стой на месте, пожалуйста. Покажи. Вот птицу надо прикормить. Да, точно, давай ее прикормим. Только дай мне, я ее прикормлю. Кальмар. Поближе прилетит когда. Ага. Кальмар мумифицированный банализ. На самом деле, в той глубине отчаяния, в которой мы находились, уходя от земли, это было такое счастье, что мы все-таки сможем там постоять 3 дня, что нашей длины цепи хватит для того, чтобы надежно заякориться вот на этих неразмеченных глубинах, что мы все эти 3 дня просто кайфовали, балдели от того, что пахнет землей, от того, что крики птиц вокруг, от того, что мы видим прямо с палубы, как белые альбатросы высиживают яйца на Тристан да Кунья, где под каждым кустом практически белело такое пятнышко. Это, кстати, Тристан да Кунья чуть ли не единственный остров в Южной Атлантике, да, собственно, единственный, где вот белые альбатросы высиживают свое потомство по весне. Чудесный случай нам подарил возможность выдохнуть после этих штормов, отремонтироваться. Там у нас была порвана ванта, получилось ее временно там отремонтировать, заменить. И, в общем-то, отстояться там, пока не началось следующее усиление ветра, с которым мы уже начали убегать в сторону Кейптауна. Надо долезть до самого топа мачты, потому что у нас со штагом Гины какая-то байда. Мы с мамой сделали лимонное варенье с сахаром и лимоном. Вот оно какое жиденькое. И через несколько дней мы посмотрим, какое оно получилось. Через люк? Куда? Потому что там Настя зарядку делает, произнести невозможно. Папа сказал, из-под мачты просто уйти пока, давай попозже. Ладно, потому что, чтобы, видимо, даже меня, видишь, в кокпит выгнал. А в это время... Скажи, на чем поднимался ты? Носили мышац. Поднимался. Вот осталось спусковое устройство. В 1816 году Наполеон выиграл утешительный приз – тур-путевку на остров Святой Елены, что в 1343 милях к северу от Тристана да Кунья, чем, сам того не чая, избавил 2 тристанцев от одиночества. Да просто вся секьюрити, представленная британцами к Бонапарту, на один островок Святой Елены не влезла. И поблизости, ну что такое 2000 километров, когда в океане пусто, пристроили еще 2 гарнизона. Один из них попал как раз на Тристан да Кунья. Через 5 лет Бонапарт отдал Богу душу,
и гарнизон с Тристана за ненадобностью вернули нам из доброй надежды. Остались на острове только капрал-шотландец, его жена и два готентота. Глупая птица, это не еда! Лимонные обрезки. Мы сегодня варенье с мамой делали. Снимай! В 1864 году капитан Джон Манглс из нашей лоции, как в последний год мы называли «Бессмертный роман Жюля Верна», завел Дункан в защищенную от западных ветров гавань Фалмут, острова Тристан-да-Кунья. Но сейчас ее искать бесполезно, потому что она была разрушена извержением вулкана в 1961 году. Островитяне из вулкана расстроились и на пару лет переселились в метрополию. Там они быстро заскучали по родным березкам и, прихватив дюжину бочек виски, отбыли обратно. Поселок со звучным именем Эдинбург Семи Морей подремонтировали и попутно, похоже, договорились о регулярных поставках виски. И зажили еще веселее, чем прежде. И вот мы постояли на якоре, починились. Получилось все-таки залезть на мачту и провести все ремонтные работы. Но ветер начал усиливаться, начал маленько менять свое направление. И мы поняли, что пора уже отсюда убегать. И выходя... Мы попали в такую в тучу со шквалом, с дождем, там где-то у ветра, наверное, до 40 узлов, но она быстро прошла, и мы уже достаточно спокойно дошли уже до Кейптауна. Это у нас заняло еще 3 недели, но это был такой уже спокойный переход по сравнению с предыдущим месяцем. Расстояние от Эдинбурга до ближайшего населенного пункта острова Святой Елены 2488 километров. Это примерно как от Питера до Урала. А ближайший город с налаженным раз в пару месяцев регулярным снабжением – Кейптаун. До него 1511 морских миль или 2800 километров. Я учусь в Уральской географической школе. Подписывайтесь на наш канал и не забудьте нажать на колокольчик, чтобы ничего не пропустить. И обязательно делитесь нашими видео с друзьями. Исполняйте мечты, друзья! У вас все получится! Кто, если не вы?